Здравствуйте, с вами магазин AutoZvuk.ua. Сегодня мы рассмотрим зарядное устройство с режимом десульфатации от компании AIDA, модель 5SI. Поставляется в таком вот виде зарядное устройство. Производится в Украине. Внутри у нас находится инструкция, небольшая гарантийный талон и само зарядное устройство. Зарядное устройство в пластиковом корпусе, довольно-таки легкое. Подключается в сеть 220 вольт зарядное устройство и также есть крокодилы для подключения аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи поддерживаются как свинцово-кислотные, так и гелевые или АГМ. При зарядке нужно, соответственно, выбрать соответствующий переключатель, который находится с тыльной стороны. Спереди у нас находится также режим выбора тока заряда и есть режим заряда, режим сохранения емкости заряда и есть режим десульфатации. Есть также переключение на зарядку, выбор тока, вернее, при котором будет заряжаться, можно 1 ампер выбрать, можно 2 или 5, и также индикация заряда напряжения. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.